Здравствуйте, меня зовут Элина Зыбина. Мне 9 лет, и я расскажу, почему Monster High самый классный в мире. Во-первых, нет неповторимости. Во-вторых, серьезный макияж. В-третьих, у них красивая одежда и модные аксессуары. И в-четвертых, красивые куклы. И в-пятых, самое главное. Они добрые, и несмотря на то, что их родители самые злые в мире. Но, к сожалению, у меня еще нету пока ни одной куклы Monster High. И я надеюсь победить в вашем конкурсе. Я вам покажу мою тетрадку Monster High. Дракулаура, моя любимая персонажка. Такой журнальчик. Все о Дракулауре. Такой дневничок. И еще я придумал свою героиню Monster High, Ундину. А я буду считать, что она двоюродная сестра Лагуны Блю. И она переедет из России в Америку к ней учиться. Ну и я вам покажу сейчас мои еще рисунки. Скелетина. Клод Вольф. Еще вам покажу мои сапоги. Дракулаура, Спектра, Эбби, Клодин, Оперета, Лагуна, Клео, Гулия, Фрэнки. Куклы Monster High самые классные в мире. И я считаю, что они Monster High самые классные. Голосуйте за меня. До свидания, пока.